В оздоровительном комплексе «Снежный» продолжают ремонт пищеблока, актового зала и подвала. Сейчас проводят демонтаж. Уже согласовали цвета отделочных материалов. На объекте трудятся почти 30 человек. В актовом зале будет новое акустическое оборудование и декоративные панели. В пищеблоке обновят столы, холодильники, шкафы и другое. Мэр Магадана проверил ход работ. Закончить специалисты планируют к началу лета. 28 мая должны быть все работы сданы. Поэтому у нас только надежда одна, что все ограничительные меры будут отменены и будет не 70% заполняемость лагеря, как это было в ковидные годы 2020-2021, а будет полное заполнение лагеря, то есть здесь должно быть 120 детей. На ремонт лагеря правительство Колымы выделило почти 40 миллионов рублей. Подрядчик ООО «Идефикс». Компания уже комплектовала детские сады и строила дом в поселке Сокол. Работы идут согласно графику.